Вот этот домик, посмотри какой. Это что-то. Да тут любой домик классный. Это же уже северное, да, побережье? Да, да. Это северное побережье. И вот это тоже их дома, да? Да, да, да. Там вот Мормонский район, Наташа говорит. И тут и церковь есть мормонская, и алкоголь здесь не продают, потому что они, им нельзя пить. Вот у них тут магазин какой-то. И вот у нас остановка. Мы приехали на креветочную такую станцию. Креветочный ресторан. Здесь сувениры. Да, здесь очень много вот таких вот креветочных ресторанчиков. Ух, популярностью пользуется, посмотри. Даже очередь здесь. Нет, мы были в другой с Рикардо, но да, но похожий. Если очень хат, вы не сможете есть. Ага. Смотрите. Да, я хочу гарлик шрим. Здесь такой дух, знаешь, ну, не гонолульск. Да, да, да. Здесь что-то другое совершенно. Вот, казалось бы, один остров, а все по-другому. Я не знаю, куда идти. Либо туда, либо... Давай здесь посмотрим. Да, что-то я не знаю. И вот тут разная кухня. Стейк, кальби, чикен. По-корейски написано. Тайскую еду заказали для Наташи. Она креветок не хочет. А Катя там должна была взять по очереди уже наши креветки. Сейчас все вам покажу. Ну и вот что нам принесли. Наташа там ждет еще заказ. Ой, какая прелесть! Вот такие креветки с чесноком и со сливочным маслом. Ты попробовал уже? Вкусно? Ой, вообще, я мечтала о этих креветках. Папайя салат. Галя только смогла перевести. Я не понимала, да? Что она говорила. Да. И вот это тайское тоже блюдо, фрай, я не знаю. В общем, жареные овощи. Да, продукты. Они даже не жареные, они как бы под паром, да, такие. Все, приятного аппетита нам. Грин папайя и рыба. На островах так распространено вообще, вот чего только нет. Да.
сарафаны вот такие. Так как платьишки. Мне вот это, кстати, нравится. Платье. Платки. Купальники. В общем, как рыночек такой на Вайкики. Я до него не дошла, но таких рыночков тоже много. Тут платья. Гавайские. Сумки, футболки. Ой, как мы объелись, это что-то. Я дышать не могу. Так все было вкусно. Это просто словами не передать. На свежем воздухе еще. Все с пылу, с жару. Ой, вот какие сарафанчики. Вот эти, кстати, неплохие, такие тоненькие. Вот такие сарафанчики. Вот такой кошелечек, ты видела? Да. Гавайские рюмочки. Трамп. Бабл хэддол. Зеркала. Держалочки для сумок. Вот так вот на стол вешаешь. Ну, в общем. Чего тут только нет. Гавайские куколки. Какое красивое место тоже здесь. Да, вот эти, да, кондоминиумы, апартаменты. Когда вот это на гольф-полях, они очень дорогие в цене. Да, красиво стоят. И озеро здесь, посмотри, какое. И океан рядом, вообще рай, да и только. Так вот это уже Sunset Beach, да, или нет? Да, Sunset Beach. Вот Sunset Beach какой. Но смотри, там какие-то плакаты висят, что не купаться или что, я не поняла. Может быть, да. Что, может быть, это джеллифиш? Может быть и джеллифиш. Или сильные волны, может быть, да. Вот, тут прямо этот, туннель какой-то, да? Такой вот... С дороги мы чуть-чуть вышли, и вот такой проход на пляж. Ой, это просто как сказочный лес какой-то. Ух. Вот. Как классно мы вышли на пляж. Ух. Он громадный, это все Sunset Beach, да? Да, да. Ой, ой, какой огромный, это вообще... Ай! Ух. Опасно. Опасные шор-брейк волны, что ли, это так называют? Да. Закручивающиеся волны вот такие. Thank you.
спят, лежат, ах. Вот это мы подъехали к Тортл Бэй. Вот как раз мое место. О, ну, стоп, здесь. Я дальше немножко. Мы продолжаем ехать вдоль северного побережья и сейчас остановились на пляже, который называется Тортл Бэй. Пляж черепах. И вот он этот пляж. Ох, какой тоже красивый, огромный. И посмотрите, сколько народа с той стороны. Сейчас мы туда подойдем. Боже, какой запах, а? Соленый. Вот такой здесь берег. Купаться, наверное, не очень комфортно. Дно коралловое вот такое. Ой, вот черепахи, черепахи уже везде. Ага, вон они, вон головы высовывают. Ох, ну не видно вам будет, ну прямо повсюду черепахи здесь. Вон они, вон. Тут вот их целая куча. Сколько их там? Можно здесь одеть маску и нырять и смотреть на этих черепашек прямо в воде. А некоторые черепашки выходят на берег. Вот она. Выходят на берег для того, чтобы отдохнуть, полежать. Ну ты маленькая, устала плавать, вышла полежать. Ты хорошая какая. Вот Наташа говорит, что это мальчик, потому что у мальчиков длинные хвосты, у девочек короткие. Наташа говорит, что до 20 лет нельзя определить, кто это, мальчик или девочка. А потом по хвосту можно понять. И вот у этих черепашек даже есть имена. Вот, этого звать Оаклей. Гавайское имя Миалоха. Мальчик, ему 35 лет, весит 91 килограмм. Вот, пожалуйста. Вот такой пацан здесь разлегся на берегу. И вот девушка сейчас рассказывает, что они одни и те же черепахи, живут здесь по много лет, и у них есть книга, в которой написаны все имена их и с фотографиями, и оказывается, они отличаются друг от друга, как люди по лицу, они определяют, вот кто это приполз и ставят табличку. Представляете? Саша, расскажи, что это такое? Это где они откладывают яйца, и они опять приезжают. А, на Оаху. Они откладывают яйца аж далеко-далеко, вон где-то френчик, прибей, шоу. Вот так вот. So it's not very often that there's a nest on this island. Turtles lay a nest where they were born. So these turtles were born from frigate shoals. That's why they swim there to have their nests. Что, Наташа, они возвращаются? Да, возвращаются откладывать яйца там, где они родились. Каждые два года, да, она говорит? Pretty cool. И вот она говорит, что маленькие черепашки не выходят на берег, только большие. После 30 лет они начинают, 25-30 лет они выходят на берег. А маленькие в целях самосохранения, они находятся все время в воде.
they're basking in the sun. Да, да, да. В общем, маленькие все вот тут около берега плавают. А это Халиева, такой вот городочек небольшой. Я любила раньше вот туда, за деревья, там тоже есть небольшой пляжик такой. И вот там мы тоже, там уже нету этих охранников природы, и там черепахи есть, которые, ну, можно их погладить. А, которые тоже на берег выходят, да? Халиоа Бич Парк называется. А вот здесь отходит, вот здесь пирс, и отходит, если с, акулами купаться, это вот отсюда катер отходит и везет ребят туда. Там клетка стоит, и клетки с акулами. Да, 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 мы с Рикардо проезжали мимо этого городочка. Ага. Тут вон сколько яхточек, корабликов. Когда вот я с туристами на северное побережье путешествую, мы обязательно здесь останавливаемся и кушаем. Кто хочет американскую кухню, мы в один ресторан идем, кто хочет мексиканскую, там другой ресторанчик. Это все в одном месте, поэтому очень удобно. А вот это новые понастроили специально, вот такие, как старинные. Знаешь, как old country. Да. Ну, это стиль городка такого. Поэтому вот правила и условия, чтобы... Вот какая плаза здесь, да, народа столько много. Куча магазинчиков разных. В таком действительно стиле, в старом американском. А мы его здесь, вот помнишь, брали... То ли креветки, то ли барбекю, вот здесь вот в Азии же. Да, в Восточной Азии же тоже такие есть. Вот мы ездили с Рикардо где-нибудь, видели еще такое. Ну, ты знаешь, я вот таких сосен не припомню нигде, только здесь, на Гавайях. Потому что у меня какие-то знакомые говорят, ой, а мы тоже видели их, только там они как-то по-другому называются. А здесь они называются сосны Кука, в честь Кука. И вот тоже разные... пейзаж. Сейчас как будто степь вот началась. Вот мы проезжаем сейчас плантацию Доул. Здесь ананасы растут. Здесь огромный лабиринт ананасовый. У меня есть видео на канале, я снимала. Несколько раз я здесь была, 2 или 3 раза. Наташенька, хочу тебя поблагодарить за прекрасную прогулку по острову. Катюшка, тебя за прекрасную компанию. Валь, тебя тоже за прекрасную компанию. Спасибо, да, девочки, спасибо, дорогие. Спасибо, что заплатила за наш обед. Это самое меньшее, что я могла сделать. Еще раз напоминаю, что ссылочку на сайт Наташи оставлю в описании к видео. Если кто-то будет на Гавайях, приезжайте на этот волшебный остров и обращайтесь к Наташе. Сережа, они вам все покажут. Все, всем пока-пока.